Спектакль «Хлебзавод» Тверского театра юного зрителя в постановке Филиппа Гуревича вошел в лонг-лист фестиваля «Золотая маска». Экспертный совет фестиваля отметил, что это один из самых заметных спектаклей театрального сезона 2020-2021. «Хлебзавод» — это пьеса в стихах, составленная из монологов учеников старшей школы. Рассказы — это истории из повседневной жизни школьников, игры, бытовые конфликты, любовь, дружба и вражда. Во все это вплетаются размышления о проходящем детстве. Ощущая себя на стыке возрастов, герои пытаются осознать свое место и роль в этом мире. Спектакль – метафорический образ системы воздействия семьи, школы и всего того, что формирует из подростков взрослых членов общества. В первую очередь, постановка адресована старшим подросткам, но интересна и широкой молодежной аудитории, а также педагогам и родителям.